Чрезвычайное происшествие в Альгешевом. Там маленькая девочка упала в канализационный колодец. К счастью, она осталась жива. Специалисты водоканала проводили работы по улице Болгарстроя 7 и не успели выставить ограждение. Девочка, которой нет и 2 лет, провалилась в открытый канализационный люк. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму ребенка госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Девочку выписали из больницы в тот же день. Виновные понесут наказание.